В Алматы состояние двух пациентов, инфицированных коронавирусом, все еще остается тяжелым. Еще у 10 человек средней степени тяжести, у остальных 68 удовлетворительное. Последние данные сегодня озвучил руководитель городского управления общественного здоровья Тлеухан Абельдаев. Он также сообщил, что от тяжелого недуга излечились 11 пациентов. Общее же количество подтвержденных случаев заражения в мегаполисе достигло 90 человек. Всего в провизорных центрах в настоящее время находится 619 человек, из них 81 детей. На двухдневной карантинной изоляции находится 520 человек, из них 50 детей. На домашнем карантине находится 3853 граждан. Тлеухан Абельдаев настоятельно призвал горожан соблюдать все профилактические меры на время карантина. Одно из самых главных условий нераспространения опасного заболевания – это самоизоляция. Благодаря этому вспышка COVID-19 вскоре может пойти на спад. Если самоизоляция будет на высоком уровне, мы можем рассчитывать через 2 недели резкое снижение заболеваемости среди населения нашего города. Мы на понимание и как раз таки и соблюдение принципов карантина у нас в городе рассчитываем на население нашего города Алматы и на население других регионов, где также объявлены карантины.